С вами Денисыч и Мирана, и сегодня мы будем искать золото. Поехали. Не знаю, как меня слышно. В общем, сделал такую штуку. Мирана слишком слюнявая, слюняет всю машину. Я решил ее сзади, блин, где вот, сзади сделать такую штуку. Натянул как типа тена. Вон, видите, чтобы она вперед не лезла. И вот теперь она теперь так сзади будет ездить. У нас тут стекло поднимается, опускается, и вот так открывается. Мира, гуляй. Вот так вот. Все, сразу побежала нюхать все. Мира, иди поздоровайся. Мира, иди сюда. Мира, голос. Голос. Дай голос. 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 Да, голос. Молодец, голос. Молодец. Хорошо. Иди гуляй. Вот наш металлоискатель. И, конечно же, лопата. Где-то у нас еще пинпоинтер должен быть. Сейчас мы его возьмем и пойдем искать. Вот наш пинпоинтер. Из Китая прибыл. Все, пойдемте копать. Ну уж какой-то сигнал есть. Мирана смотрит внимательно, чтобы все было в порядке. Какой сигнал? А, тут бутылка у нас. Ну, как обычно. Вышли в какое-то поле под городом Тары. Раньше тут была дорога старая. Екатериновская переправа. А сейчас тут просто ездят к Иртышу, ловят рыбу, купаются. И вот мы маленько съехали с дороги. Ну и попробуем, может, что найдем. Если что, дальше проедем. Мирань, вообще, конечно, кайф. И особенно нравится это все. Сильный ветер сегодня. Миран тоже ищет. Пытается что-то найти. Ты все металлы включила? Да. Вообще ни одного сигнала нет. Вот у нас главный кладоискатель. Это Мирана. Она что-то пытается найти, копает уже. Возможно, что-то нашла. Нет, бросила. Тут у нас ходят коровы. Как видите, тут какашки коровьи. Ну давай, давай, что там ты нашла? Копает, копает. Возможно, там какая-то мышка. Она пытается поймать ее. Гвоздь, Кристина. Вот нашли такой вот гвоздь. Пока мы там ищем золото, Мирана тут копает до сих пор. Пытается что-то выкопать.
В общем, тут ничего нету, мы поехали дальше. Приехали в другое место, к Иртышу. Походим с металлоискателем по берегу, заодно Миран у нас побегает. Нашли наконец-то вот такую вот монету СССР. У нас 61 год. Сколько копеек, непонятно. 5 копеек, да? 5 копеек. Такая вот у нас первая находка, наконец-то. Спустились мы вниз к Иртышу. Такой вот у нас Иртыш. О, Мирана пошла вниз сразу к воде. Пошла, наверное, пить. Ну, вязнет, вязнет, а не спустишь ниже. Захотела пить. Миран, ты пить захотела? Вот такой вот у нас Иртыш. Грязный. Только захотела пить, ты мою. Вся теперь грязная. Пока что мы ищем золото, монеты. Мирана все тоже копает и копает. Посмотрите на нее, какая она чумазая. Миран, что такая чумазая собака? А? Такая чумазая. Все, иди гуляй. В общем, немного покопали. Металлоискатель у нас сел. Толком ничего не нашли. Так, одну монету только, и всякие пробки там попадались, железячки. Но главное, что хорошо отдохнули. Мирана побегала, покупалась в Иртыше, водички побрызгалась, в какашках измазалась. Ну, это самое главное для Мираны, да? Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, ждите новых видеороликов. Всем спасибо, с вами были Денис и Мирана. Всем удачи и всем пока!